Так, 6 декабря. Так, ну время тут, ладно. 11, наверное. Ну ладно, не важно, сельсовет был закрыт. В общем, участковый тут поставляет всех. Вчера приехал, когда я уже объяснял в предыдущем ролике, что подошел к двери и уехал тут же. Ну, рассчитывайте на то, что сельсовет будет закрыт. В общем, трачу свое время и деньги только на то, чтобы, как говорится, по заказу барина, полиция нас травлю на меня осуществила. Ну, там мелочи всякие. Пошлют меня куда-нибудь или еще что-нибудь. Ну, там рыбу тухую недавно в магазине продали. У меня времени нет. Ну, ладно, хорошо. А у меня время, знаете, сколько? Вот знаете, как вам сказать? На меня в суд конкретно, нагло. Меня это не касается. Правильно, вас не касается. Ну, тогда зачем? Ну, давайте, пожалуйста. Я работу свою выполняю. Тут все выполняют свою работу на барина. Все. Все, суд уже подано. Участковый создался своих, как говорится. Распишитесь, пожалуйста, об вручении повесточки. Я побегу на другие. Пожалуйста. 6 декабря, ладно. Расписываемся. 6 декабря 2017. Хорошо, ладно. Значит, шифровочку тоже надо, наверное. Ну давайте. Попова Сухин Олег Юрьевич. В общем, подпись. В общем, сельсовет тоже согласен с тем, глава администрации, что российские законы и конституции здесь не действуют. Где тут? Вот расписывать. Конкретно все, да? Мы в администрации били с Андреем Степановичем. Ой, вот это меня меньше всего интересует. Вот, мне статья хорошая. Так, а повесточка это вам вот. Тут написано, что 12 декабря к 10 часам по делу советский судебный участок. Хорошо, ладно, спасибо. До свидания.